Asian Ombudsman provides us platform to come together. That is a very calm city. It's pretty good. Historical and architecture is very impressive for me. Те сегодня страны, которые, а их, значит, 44, а сегодня уже 46 членов ассоциации, оно позволяет нам сотрудничать в деле защиты прав человека. И чем шире это сотрудничество, тем, конечно, наверное, больше пользы для защиты прав человека. Наша задача омбудсменов прежде всего стоит глобальная – помочь гражданскому обществу сохраниться, реализовать свои права. По каждой группе прав мы стараемся выйти на рекомендации, которые позволили бы поднять прочность законодательного каркаса прав человека и выйти на рекомендации по правоприменительной практике. И омбудсменам, и органам госвласти максимально важно следовать веяниям времени и соответствовать тем запросам, которые у людей есть. Это площадка, на которой мы можем рассказать о тех проблемах, которые сейчас есть, и получить какую-то обратную связь.